Видеокадры из освобожденного села Ашаги Айбасалы Физулинского района опубликовало Министерство обороны Азербайджана. На кадрах видны последствия 27 лет оккупации. От здания остались одни руины. Инфраструктуры будто и не было. Село непригодно для проживания. Освободить Физулинский район удалось благодаря успешной контрнаступательной операции азербайджанской армии в октябре прошлого года. Физулинский район изобилует историческими памятниками. В 25 километрах от административного центра Физулинского района находится Азы пещера, где найдено одно из древнейших мест поселения человека. После освобождения от оккупации исторический объект был найден заминированным. На территории района имеются и другие исторические памятники, возраст которых исчисляется тысячелетиями.